Battle Tactics 2. Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня у нас с вами будет глобальный мод на Max Payne 2 The Fall of Max Payne под названием Battle Tactics 2 или боевые тактики 2, которая включает в себя абсолютно полностью новый внешний интерфейс, абсолютно меняя Max Payne 2 внешне и целиком. Итак, Hostage Rescue или спасение. У нас есть 2 минуты на спасение заложников и, короче, выбраться их с какой-то точки. Давайте down tour. Так, найти заложников, короче, и bring him back. Итак, нам с вами предстоит играть за некоего спецназовца, насколько я помню. Давай, братан. Ну-ка, у нас кто-то машина в ряд так выстрелил. Классно. Чё происходит? Бомжара спит. Бомж, просыпайся, здесь война идет. Бабах! Так я выстрелил. Ты что? Чё происходит? Чё за музыка играет? Мне сейчас опять хотите, чтобы авторское право кинули? Вы серьезно? А, короче, типа тут... А, я вспомнил! Это в виде стратегии это весь бред это сделали. Хорош. Мисанул, братан. Я смотрю, а чё он так медленно, думаю, ходит? Короче, мне сейчас авторское право кинут, скорее всего, вы ничего не слышите. Короче, знаете, что я сделаю лучше? Я просто выключу музыку, потому что я чувствую... А я потом и забуду включить, не буду выключать. Вам придется терпеть, если вдруг ничего не слышно. О, ящик, да ладно, Вормс. Прикинь. Короче, реально как в Вормсе. На, бомжара. Все, прячемся. Короче, это очень надолго, я чувствую. Я не любитель формата такого, на самом деле, такого формата игр, честно. Вообще не любитель. Поэтому мне очень тяжело даются такие игры. Особенно в каком-то стиле пародии на Герои 3 со смесью какого-то Макса Пейна. Это... А ты куда стреляешь-то? В своего, что ли? Короче, музыку они наложили, я не могу, надо музыку как-то убирать. Это не дело вообще, ребят. Короче, в общем, здесь все ясно. Давай посмотрим Elimination. Elimination, Хефа, нейтральные, все враги трупы. Поехали, давайте. Апартаменты, Харбор. Харбор, от Харбора до Иван Дима. Харбор, серьезно, это он самый. То, что я думаю, Warehouse, да, посмотрим. Вот это пускай музыка будет такая, если может такую музыку. У вас есть 10 секунд на движение. Все, ладно, удачи. Погнали. Вы что, Это что? По одному патрону для каждого оружия. Ты чё, меня троллишь, что ли? Кто такое дичь придумывает вообще? Не, данному моду просто единицы, ребят. Это говно какое-то. О, хорош. Все, прыгнул. А куда ты? Ты меня не увидишь за ящиками, это же бред. Прикрываю. Ты прикалываешься с ракетницей в меня? Вон, смотри, своих там всех взорвал. Им хоть бы что. Да. О, хорош, промахнулся. Мисанул. Гренку сейчас он просто подляшки под его кину и все. Ха, лох. Все. Так я же попал-то. Коктейль Молотова, подляшки. 2 выстрела. О, хорош, застрял. Красавчик, вот мне нравится. Ха! Но типа как бы одному против такой толпы, это ну бред. Да. Хорош. Ой. Разлетелся. По кусочкам. Ну, что сказать, бывает. Нет. Давайте новая. Это новая битва. Короче, бонус ДМБ. ДМБ? Нет, лучше БМВ было бы. Апартаменты, поехали. Это что за прикол? Я даже оружие достать не успеваю.
Попутали, что ли? Ничего ли часом, слышь? Да что это за бонус, говно? У меня оружие достать не успевает даже. Просто чисто, чисто банально. Оружие достать не успеваю. А, еще мне дробовик сраный дали, который у меня... На! Бред. Бред просто вшивы кобылы. Дают очередь выстрелить, короче, потом меняется оружие. На! Не, я вас доделаю. Уработал, прикинь. Прикинь, всех уработал. Сохраняемся. Еле-еле что-то он бежит вообще у меня. Никого нет. Идем дальше. Ладно. Прикинь, выжили. А как такое возможно? А у меня есть аптечка? У аптечки нету, ничего нет у меня. Короче... Короче, полнейшая дичь какая-то. Разработчики опять тут... Мододелая. Мододела явно накуролесили, я вам скажу. Так, во, еще более, смотри, сильное замедление времени. Хорош. Опа. А что ты так воздыхаешь, что не пойму? Дышит вообще, смотри, сейчас взорвется бочка. А, бомжара. В помоечку давай. Справляйся. Чего ты тут слышишь, ты? Касочник. Нет, я изначально думал, что задумка норм, ребят. На самом деле говнище какое-то полнейшее, честно. Мне вот очень не нравится. Я в таком стиле не люблю игры. Особенно какие-то пародии, взятые с Макса Пейна. Превращать в тактическую стратегию. Нет, я думал реально изначально, что это прикольно будет выглядеть. Но выглядит это крайне убого. Неаккуратно. Неосторожно. Когда у меня в обойме от пулемета всего лишь 10 патрон. Это выглядит еще более ужасно. Хорош. Он вздыхает. Такое чувство, как будто у нашего спецназовца просто астма. Зачем астматика брать в армию, я вообще не понимаю. У него должен быть уже военный билет в один конец, так сказать. Белый, что называется, в простонародье. Кто служил, кто не служил, тот знает. У меня такого самого белый билет по состоянию здоровья. Я не служил, у меня вообще категория D. Меня вообще не имеют права даже призвать в случае вдруг из-за каких-то сборов. Вот так вот, ребятушки, бывает. На! Вертушечка! А, ну и чего? А, все, типа, мы сюда, короче, забрались. Мы теперь будем по-читерски всех вырубать. Просто с замедлением времени, которое опять у нас с вами восстанавливается благодаря тому, что мы с вами всех гасим. Они уже ничего не сделают. Что у меня очень, очень сильное замедление. Мне удается просто прицелиться чисто по ним, по всем. Здорово. Короче. Ох, ребятушки, мои ребятушки. В общем, на этом пока что все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. В принципе, сюжетными модами мы с вами со всеми разобрались, с глобальными. Их было очень много, было очень здорово, классно, интересно. Спасибо всем тем, кто смотрел. Особенно всем тем, кто дотерпел и досмотрел полностью до конца. И мы с вами скоро увидимся, не переключайтесь. Будет очень много всего классного, крутого и не менее интересного. Также я знаю, прекрасно знаю, что остались еще моды на дополнительные спецэффекты на Max Payne 2. Я думаю, может быть, мы их тоже посмотрим, но я чувствую, что нам что-то нужно уже другое брать, потому что что-то от Max Payne у меня уже на протяжении недели, наверное, сколько? Двух? Сколько мы уже записываем его? Наверное, уже мозг закипает просто. Очень много играем. Классно, конечно, реально классно. В принципе, если я сказал, что у меня закипает мозг, не значит, что мне это надоело, но немножечко подустал. Честно, поэтому нужно что-то новенькое. Для всех тех, кто желает видеть какую-то определенную игру, вы можете написать об этом в плейлистах. В каких плейлистах-то? В беседе, в группе ВКонтакте, либо в комментах пишите то, какую игру вы хотите увидеть, обзор или прохождение. С вами был ваш Юранко, спасибо за внимание, до новых встреч. Скоро увидимся, не переключайтесь. И, ребятушки, пока-пока. Будет много всего крутого, не менее интересного. Замедление времени, но... Аж видно, как пули летят, прикинь. Прям вообще замедло, замедло. Западло.
На! Сейчас я чувствую здесь просто от количества текстур, которые здесь нападали. Просто игра вылетит и все. Скрашен. Так что происходит? Что-то происходит, думаю. Ничего не происходит. На! Откинулся! Вояка. Вояк, спички-бряк. Все, ребятушки, до новых встреч. Будет классно, здорово, круто и интересно. Так что пока-пока. Всем пока.